Утренняя новость, друзья, поразила в шок всю страну. Многие из нас рыдают и никак не могут успокоиться, ведь это для них очень большая потеря. Много фанатов и поклонников Игоря Крутого пишут нам комментарии с просьбой узнать и рассказать более подробней, что же на самом деле случилось с Игорем Крутым. Никто ничего толком нам не может рассказать. Сегодня наши источники шоу-бизнеса сообщают нам, что в шоу-бизнесе появился такой слух о том, что Игорь Крутой заканчивает свою карьеру и уходит из шоу-бизнеса. С чем это связано, пока непонятно. Но мы провели собственное расследование и все-таки выяснили всю причину ухода Игоря Крутого. Один из близких знакомых Игоря Крутого рассказал нам страшную тайну, от которой мы все в шоке. Оказывается, после длительного обследования несколько недель назад российские врачи обнаружили у Игоря Крутого тяжелое заболевание, с которым ему придется бороться только за границей. В связи с этим он и уходит из шоу-бизнеса. Информации пока очень мало, друзья, мы следим за жизнью Игоря Крутого. Мы следим за развитием этого события. Как только мы более-менее что-то узнаем, мы сразу же расскажем об этом вам. Поэтому подписывайтесь на наш YouTube-канал и ждите новые выпуски, которые выходят у нас каждое утро.